Здравствуйте, друзья! Мы с Любашей попили кофейку. Ой, вкусненько так было. И по ходу разговора я, можно сказать, пытался разведку провести, чтобы понять, как еще Любаша может вас развлечь чем-то интересным. И вот выяснилось, что Любина мама была врачом. А каким врачом она была раньше? Врач-лаборант. Врач-лаборант. Ну, я не знаю, что это значит. В лаборатории? Ну, это значит, вот в лаборатории есть медсестры, есть врачи, да? Медсестры берут кровь, там берут материал, а врачи сидят с микроскопами и вот смотрят, определяют, какая болезнь, там, ну, вот какие там клетки видят, вот все такое. Понял. Хорошо. Вот, то есть человек с микроскопом. Хорошо. Вот человек с микроскопом. И выяснилось, что маму теперь тестируют. Мало того, выяснилось, что это как-то произошло с Любиной подачи. Люба, подскажите мне такую вещь. А чего маме, например, не быть врачом-то? Чего ей, то есть, почему возникла идея, что мама хочет из врачей перейти в тест? Ну, вы знаете, у нас вообще причина была, ну, вот такая, как личная больше. Сейчас я расскажу больше об этом. Подождите. Но вот странно от вас слышать, вы спрашиваете, почему бы человеку не работать врачом, потому что зарплаты вообще-то разные у врачей и у инженеров. Ну, вообще-то айтишников, здесь-то да? Врачи намного больше получают. Ну, а у нас вот... Не знаю, так вы скажите. Ну, у врачей, у меня просто мама сейчас работает инженером, она так иногда просто садится и так говорит, боже, да я в жизни столько не зарабатывала, как вот даже не верится, что я столько зарабатываю. Это при том, что она не зарабатывает там миллионов. Ну да, то есть она тестировщик там, ну, такой, как не то, что там супер-супер какой-то там мега-автоматизатор, то есть она в основном мануальное тестирование выполняет. Хорошо. Вот, и смотрите, как, ну, как произошло, и я помню, мама по себе работала там, и даже не задумывалась, но у нее началась аллергия, то есть вот эти препараты, с которыми она работает, в какой-то момент... То есть надо было менять. Ну да, она уже вообще не могла работать, и вот все, она ушла на вот эту как пенсию, получается, ей 50 лет было, врачи уходят... Нет, ну, не-не-не. А, ранняя пенсия. Слава богу, нет. Да. На раннюю врачи уходят раньше. И вы знаете, она села дома, и вот я просто увидела, что она как-то такая полудепрессия. Ну вот как вроде жизнь остановилась. Что дальше делать? Ужасно, да? То ужасно. Я ходила на работу. Вы страшные вещи рассказываете. Да. Вот. И, а есть... я со своей стороны, вот я уже на тот момент работала QA-менеджером. То есть у меня была команда тестировщиков. И я такая смотрю и думаю, так, а что если мне маму попробовать обучить? И мы начали пробовать. Вот. И вот для того, чтобы вы понимали, она вообще даже не знала, как компьютер включать на тот момент. Да? То есть мы начали с того, что мы изучили компьютер. Дальше вот потихонечку... Но мама не отказывалась как бы учиться. Она хваталась, да, вот мне тоже, что очень легко было с ней, что ей было сложно. Она меня что-то спросит, я ей расскажу, она потом снова спрашивает. Ей вроде как стыдно, да, и там, и, ну, и как-то вроде как кажется, ой, это что же, я такая, ничего не понимаю. Мама-то должна все-таки соображать, она же все-таки с высшим образованием, правильно, она на интеллигентной работе была, то есть она должна хорошо соображать. Но это просто совсем другая сфера, тоже же нужно делать скидку. Как зовут маму-то? Маму зовут Наталья. Наталья. Мы вам передаем привет от имени и от лица, так сказать, всех, кто смотрит нас. Какая девочка? А еще есть у вас пальчики девочки? У мамы есть? Или да. У меня еще братик младший. Типа. Братик младший. Ну, хорошо. В общем, Наталья, молодцом. Давайте дальше про маму. Все рассказывайте. Да. Вот, и, кстати, это пример для тех, кто вот меня иногда спрашивают, звонят и говорят, вы знаете, мне 35 лет, я вот смогу осилить, как вы считаете? И я сразу привожу пример, ну вот в школу, когда записываются, да, смогу ли я выучиться и стать тестировщиком, да? Ну, это в Киеве. Да. Вот, то есть... Там человек думает, вот там в 35, в 40 лет мне не поздно начать новую сферу, да, то есть научиться чему-то новому. И у меня сразу приходит вот пример с мамой. Любаш, то есть вот спасибо, мамочка, за этот пример. Есть экстрим некоторые, знаете, все-таки, во-первых, это все-таки там, вот, допустим, 35 лет в Киеве, это может быть как здесь 50, вот с точки зрения самоощущения человека, насколько он готов на подвиг. Второй момент состоит в том, что все-таки мама была у вас под присмотром. То есть вы как бы не с улицы человек, а все-таки как бы дочь родная. Может, там где словечко замолвить, где еще чего. Но все равно ж мама этот путь сама прошла, то есть я-то ее обучала, конечно. Да. И в данном случае с мамой мы обучались вот, ну, какое-то время, мы просто учили компьютер, да. Потом она начала выполнять какие-то таски, допустим, что-то я ей там такое элементарное самое вот просила сделать, она выполняла, я там у нее проверяла. Потом она попробовала работать контент-менеджером, то есть для того, чтобы освоить компььютер. То есть, понятно, людям, которые уже работают с компьютерами, им проще. То есть, как пользователи просто? Да. То есть, она до 50 лет имейлом не пользовалась? Mm-mm.
А как давно вы ее в тестеры-то? Ну вот сейчас она 5 лет уже работает, сейчас ей 55. Вот, то есть это было 5 лет назад. И вот я, допустим, помню, что я когда поступала в институт, у меня компьютера дома не было. Ну, это... А у меня тоже. Ну, так видите. А у меня даже калькулятора программирового не было. Ну вот, и вот. Не программировал, была линейка логарифмическая. Знаете, что это такое? Наверное, не знаю. Лучше не знать. Лучше не знать. Не знает линейку логарифмическую, не знает. Ха-ха-ха. Да. Линейка, это которая такая с разными там звездочки можно делать, кружочки. Не такая? Для вычислений. Для инженерных вычислений. Ну вот я с такой не знаю. А на счетах вы считали? В первом, втором, третьем классе нам показывали, но реально мы на них не считали. В магазинах все-таки считали. Помню, считали, да. Но я так и не счеты попробовала. Счеты раскупали иностранцы. Они приезжали в Москву тогдашнюю и покупали пачками эти счеты. Знаешь, так, в Африке такого нет, а в СССР было. Угу. И вот, ну, как бы, то есть, как бы такая... потрясающая вещь, такого нигде не найти. Они действительно в магазинах пум-пум-пум-пум-пум на счетах, только все. Так, а Михаил, старая школа. А вот мне интересно пример с мамой. Вот так. Вы считаете, что все-таки возраст является ограничителем для людей, что можно начинать учиться вот в каком-то определенном... Возраст является фактором, влияющим на человека вот внутри этого человека. Например, один и тот же человек в 35 лет, допустим, лучше что-то может делать, чем он же в 50. При этом какой-то человек 50 может делать практически все лучше, чем, например, там 90% людей, которым 30. Угу. И зависит от того, какой этот человек свои 50 и что, откуда он взялся. Угу. Окей. Поэтому так уж прямо так нельзя. То есть сравниваться ни с кем не надо, с собой. Вот если ты по отношению к себе можешь расти, то ты все можешь. Если ты можешь быстро расти по отношению к себе, ты опять все можешь. Некоторые в 20 лет не могут расти по отношению к себе. Ну да. А кто-то в 30 не может, а кто-то в 50 легко это делает. Да, да, да. Я знал людей, которые в 70 лет, вот, ну, в наукой занимались, у них была такая ясность ума и такая энергия, что они молодым фору давали. Я видел людей таких, математиков, ну, инженеров да. видел. Да, да, да. Я вот просто почему на это обращаю еще внимание, вот вы столкнулись с этим или нет, интересно. В Штатах вообще по-другому. В Штатах даже некорректно спрашивать возраст человека, да? Нет, здесь, здесь еще при найме некорректно, но так при по жизни найме. Народ вот легко, я про легко найм. Рассказывает. Не-не-не, да? Вот я про найм. А в Украине вот есть такое, что вот человеку после 40 уже он чувствует, что он, ему сложно устраиваться на новую работу. Это не только в Украине, это во многих даже развитых странах это присутствует. Вот у меня приятель в Израиле, он очень настрадался из-за этого. Ну, вроде инженер хороший, угу. А после 45 невозможно разговаривать. Ну вот, при том, что он хороший специалист. Так, да. А в IT-сфере, вот хочу донести из моего опыта, угу. Человеку неважно, сколько ему лет, угу. если он знает сферу, если он отвечает на вопросы на собеседование, угу. Неважно, сколько лет там девочка-мальчик, да, то берут на работу. Вот моя мама, пример, она три компании сменила. Поэтому людям трудно поверить, понимаешь? Трудно, это противоречит их опыту. Ну да, поэтому возраст не ограничение. Мама automation не делает? Ну вот она пыталась, но ей как-то не пошло, то есть она сейчас закрепилась на мануальном. Еще вопрос. Да. Мама никогда не тестировала ничего, связанного с медициной? Вот это, кстати, есть хороший вопрос. Очень много софтвера, где это происходит. Вот давайте маме посоветуем попробовать это, потому что она, ну, до этого не дошло, uh-huh. как, она не пробовала. В основном она тестировала какие-то веб, там, веб-магазины, uh-huh, вот, ну, uh-huh. что абсолютно не связано с медициной. Но мы разговаривали о том, что если бы ей попробовать тестировать что-то медицинское, она uh-huh. бы смогла применить свои знания медицины. Есть много компаний, которые этим занимаются. Вот у нас тут в Бэй-Эрии конкретно их с полсотни. И они тебя не возьмут на работу тестером, если ты не имеешь вот этого бэкграунда, ты просто не сможешь этого делать. Супер. Вот представьте вот тут себе, бы она себя вот вообще представьте круто себе, допустим, приборы для измерения крови. Они там подключаются, какой-то софтвер, да? Да. Который все это рассчитывает, подсчитывает. Да, 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 да. У нас был проект один, мы тестировали для компании. Угу. Там, значит, так было. Они брали анализ крови. И там такая, знаете, пластиковая такая дурында, угу. как с пробирками, как бы можно так, так сказать. Так, видела я такую маму. И вот они, значит, ее туда накапывают, угу. а там какие-то разные физиологические растворы, не знаю, какие-то химикаты там. И они туда накапывают образцы крови, и все это окрашивается в разные цвета. Класс. Потом они ее впихивают в такой считыватель, угу. и считыватель считывает эти цвета.
Интересно. Отдает на софтвер. И софтвер, и дальше тебе софтвер расписывает все, что нужно к этому расписывать. Тут был такой проект. И оно есть такое. То есть сейчас никто глазом там не смотрит, какой цвет как тут, какой цвет там. То есть эту палетку залили, она поменяла цвет, ее вставили, считыватель прочитал и расписал тебе все. Круто. То есть такой софтвер есть. А есть другой, мне очень нравится. Вряд ли там нужно быть именно врачом, ну или может быть кому-то нужно. Но там, знаете что, глотаешь таблетку. Так. Ну такая маленькая. Глотаешь таблеточку, а таблеточка собирает жидкости, пока по тракту проходит. Угу. Пищевому или там желудочному, где он там ходит. Не знаю, как называется, по-научному. В общем, пока не дойдет до выхода. И вот она идет, жидкости всякие собирает, анализирует и на селфон отдает результаты. А с селфона, когда к компьютеру подходишь, да, он уже цепляет и отдает на станцию. И там уже все это обрабатывается. Супер. Понимаешь, вот такие есть. Я однажды проходил интервью, 20 лет назад это было. Я проходил интервью в компанию, они делали такую штуку, значит, прибор, который, я не знаю, пейсмейкер, в общем, он сердце заставляет там каким-то образом. Сжиматься там, разжиматься, и он управляется, перенастраивается. Внутри там чип в этом приборе, он встроенный. И наружу разъем под соском. Так. И вот, значит, и туда втыкаешься в этот разъем, значит, ну, из компьютера, и он идет к врачу. Врач у себя на компьютере перепрограммирует устройство, программа зачитывается. То есть оно там с риском для жизни, со всеми делами, со всеми, там, знаешь, кто должен тестировать? Врачи. Ну, в частности. Ну значит, да, то есть поле деятельности вообще огромное. Абсолютно. Я не знаю, как там, скажем, конкретно в Украине с этими делами, мне трудно судить. Но тоже есть но вот, тут, ну, бы, аутсорсинг. Тут бы ее просто порвали на части, вот именно поэтому. А то, что диплом у нее не американский, ну вот диплом врача у нее же не американский. У нас из школы из всех разбирают. Вот у нас как только врач, микробиолог, фармацевт, биохимик, вот так. У нас их всех разбирают. У меня была одна девчонка из Израиля. Умница, красотка, вообще, PhD по ботанике. Обалдеть. Израильские PhD по ботанике. Ее взяли в компанию, которая делает, знаете, генетический анализ они? Да. По слюне. Да. Вот, так ее взяли в эту компанию, и я им говорю, а чего же она вроде так не физиология, а все-таки ботаника? Они говорят, ну хотя бы PhD. Понимаешь, у них там все PhD. Там создатель компании, у него 3 PhD по разным дисциплинам. Вот, так что мама Наташа... Задумайтесь о смысле жизни, вот, и советуйтесь с дочерью почаще. С вами можно советоваться? Конечно, конечно. Ну, я же учитель. Педагог. Педагог. Друзья, мы приехали, вернулись в офис, поэтому очередная байка с Наташей у нас подходит к концу. Наталья, сделайте нам фирменный воздушный поцелуй, вот, и мы отправимся... Мы закончим наш сюжет. Так, а, кстати, День же матери на подходе, да? Этот воскресенье здесь празднуют, а у нас не празднуют в этот... Mother's Day? Я, честно говоря, даже не знаю, когда. В воскресенье. Воскресенье Mother's Day. Значит, всех мам... Всех мам. И Наташу особенно. И Наташу особенно. Поздравляем с мамским днем. С праздником, да. С праздником. С праздником, дорогая мамочка. И всем привет. Всем пока-пока. Воздушный поцелуй давайте. Счастливо.